Тайцзихао. Сейчас мы разберем простую универсальную гимнастику абсолютно для всех, для профилактического и оздоровительного действия. Комплекс займет 15-20 минут. Желательно выполнять в утреннее время, но также можно днем или вечером. Самое главное при выполнении – это не перенапрягаться, а следовать моим рекомендациям и советам. Комплекс отлично прорабатывает все связки и суставы, и давайте подробно проработаем весь комплекс целиком. Поехали! Начнем с первого упражнения – это опускание, поднимание кулаков вниз, вверх. Делаем с той амплитудой, которая вам позволяет гибкость тела, то есть вверх, вниз, мягко, без перенапряжения делаем. Для того, чтобы увеличить и получше проработать сухожилия, можно проработать с натяжкой. Но не забываем, делаем среднюю натяжку. Вверх, вниз, вверх, чуть задержка, вниз, с усилием. Хорошо, следующее. Повороты влево, вправо. С усилием. Предплечья стараются быть неподвижны. Можно придержать за предплечье и проработать, прочувствовать каждую руку и вращение в кулаках. Мягко. Можете весь комплекс сделать мягко, без натяжки. Для начала в обратную сторону. Когда уже освоите этот комплекс, уже можно прорабатывать сухожилия. Хорошо. Замок. Мягенько. Ладошки полностью соприкасаются друг с другом. Мягко, свободно. С натяжечкой. Обратно. Сжатие, разжатие. Хорошо. Есть следующее круговое вращение в локтях. Мягко, легко, без напряжения. Делаем вращение к себе. Расслабленно. Обратно. Еще раз к себе. Проработочка. Назад. Хорошо. Второй вариант. Локти в сторону. Обратно. Второй подходик. Натяжка. И обратно. Следующая. Проработка шеи, шейных мышц. Делаем опускание вниз, вверх, плавно вниз, вверх. Делаем медленно, не торопясь, в спокойном режиме. Делаем с задержкой, поднимаем. Еще раз. Подняли. Второй вариант выполнения. Когда мы делаем вниз и поднимаем вверх, но не закидываем голову назад высоко, а чуть припускаем вниз,
как бы проваливаем в плечи. И делаем тоже небольшую задержку. Начинаем. Раз, вниз. Задержка. Вверх. Провалили в плечи. Еще раз. Вниз. Задержка. Напрягли мышцы шеи хорошенько. Вверх, вниз. И еще раз. Вниз. Прорабатываем связочки. Вниз, назад. Есть, хорошо. Следующее. Повороты головы влево-вправо. Повернули. Использовали амплитуду, которую смогли. Не перекручивать главное шею. Два. Плавно, аккуратно, не торопясь. Три. И чуть включим сухожилие с натяжечкой. Напрягаем шейные мышцы. В обратную сторону. Напрягли шею. Два. Плавно. Натяжка. Поворот плавный. Напрягаем. Только аккуратно. И третий раз. Поворот. Хорошо. Следующее. Наклоны влево-вправо. В одну сторону. Плавно в другую. Делаем наклон под 45 градусов. Плавно. Сначала можно все в легком режиме делать. Есть, размяли. И сейчас выполним с натяжечкой. Чтобы усилить натяжение, противоположным плечом тянем вниз к полу. И растяжка шейных мышц у нас идет еще лучше. В другую сторону. Плечо тянем назад, шея зафиксирована, расслабили, исходная, два, плечо вниз, шея под 45 градусов натянута, расслабили, поворот в другую сторону, плечо включили, тянем руку вниз, расслабление, и еще раз, три. Натяжечка, фиксация, дыхание ровное, свободное и наклон противоположный. Отлично. Хорошо, следующее упражнение называется шея кобра. То есть мы вытягиваем вперед шею, вернули назад. Под 45 градусов вытянули шею назад. В другую сторону вытянули, зафиксировали. Давайте сделаем еще пару раз свободно. Легко, мягко. И с небольшой натяжечкой. Раз. Исходная. Два. Вытягиваем мышцы шеи, напрягаем. Исходная. Три. Натяжение с этих всех мышц. Выполняем. Исходная. Еще пару раз. Исходная. Два. Вытягиваем вперед голову. Три. Хорошо. Следующее. Круговое вращение. Первый вариант. Большой круг. Когда мы мягко, легко, расслабленно, без напряжения,
прокатываемся полностью амплитуда. И в обратную сторону большой круг. Хорошо. С небольшой натяжечкой. Поехали. Хорошо. И второй вариант, это когда мы не запрокидываем голову, а делаем средний круг. То есть, начало такое же, но круг идет, голова идет прямо к верхней точке. Практически прямо. Обратно. И с натяжечкой легкой. И обратно два раза. Хорошо. Так. Сделаем еще одно упражнение на укрепление шеи и верхней части шеи. Это когда мы ставим ладошки на ставим подбородок на ладошки и подбородком тянем вниз с задержкой. Расслабили в сторону под 45 градусов. Давим. Напрягаем мышцы шеи, подбородка. Расслабление. Здесь прижали к себе. Поставили подбородок на основание ладони. И делаем такое давящее движение вниз. Среднее. Расслабление. Примерно делаем около там, 5 секунд. Начали. Раз. Расслабили. В сторону. Два. Голова у нас находится всегда в прямом положении. Три. Мы не даем опускаться ей вниз. Держа ладонь. Хорошо. Следующее упражнение – это круговое вращение руками. Мы поднимаем максимально вверх прямо и отводим назад. Спина прямая. Корпус прямо. Руки в натяжке. Руки, ноги на ширине плеч. И начинаем делать круговые движения с максимальной амплитудой, со свободным дыханием. Хорошо, обратно. Есть. Поочередно вперед-назад. Обратно. Хорошо, разноименно. Одна идет вперед рука, другая назад. Начали.
Отлично. Следующее упражнение на плечи. Делаем круговое вращение назад. Плавно, осторожно, волнообразно со своей амплитудой. Дыхание свободное. Хорошенько прорабатываем, прочувствуем каждый переход. Чем плавнее, тем лучше. Вперед. Хорошо, поочередно назад. Стараемся максимально отводить плечо назад. И вперед. Хорошо. Следующее. Подъем плечей вверх. Плавно подняли, зафиксировались, опустили вниз, давим плечами вниз и руки также направляем вниз. Вверх, плавненько, фиксация, опускаем вниз. Еще вверх. Вниз. Добавляем чуть натяжки вверх. Тянем плечи вверх. Вниз. Натяжка. Спина ровная, прямая. Вверх. Вниз. Еще раз. Вверх. И вниз. Хорошо, расслабили. Следующее, делаем замок. Руки в замке. Опускаем вниз, перед собой. Чуть свели. И также поднимаем плечи вверх. Фиксация. Опустили вниз. Тянем руки вниз. Тянем замок вниз. Вверх. Фиксируем прямые руки перед собой. Опускаем. Вытягиваемся. Вверх. И вниз. Хорошо. Сзади также делаем замок. И поднимаем плечи вверх. Вверх. Тянем задержка. Опускаем плавно вниз. Тянем замочек вниз. Грудь раскрыта. Вверх. Вытягиваемся. Плечи хорошенько приподнимаем. Опускаем вниз. Грудь раскрыта. Лопатки. Стараемся свести вместе. И еще раз вверх. И назад вниз. Опускаем. Хорошо, расслабление. Следующее упражнение — это скрутка лесенка на три уровня. Поднимаем руки под 45 градусов и делаем скрутку назад. Раз. Раз. Средний уровень. Два. Два. Нижний уровень. Три. Три. Поехали мягко. Раз. Раз. Верхний уровень. Средний. Два. Два. Нижний. Три.
3. Еще раз. Вверх. 45 градусов. Параллельно. 45 к низу. И на 3 уровня делаем на 2 раза. Раз. Раз, доворот. Раз. Раз, доворот. Средний уровень. Раз. 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 И третий уровень. И раз. Раз. Поехали. Раз. Два. Раз. Два. Докручиваемся. Раз. Два. Раз. Два. И раз. Два. И раз. Два. И еще по разу. Вверх. К средней. Нижний. Хорошо. Следующее упражнение – это вращение в тазобедренных суставах. Стараемся делать максимально большой круг. При этом голову стараемся держать прямо, без поворотов, без наклонов. Чем больше будете делать это упражнение, тем лучше. Очень полезно и безобидно. В обратную сторону. Хорошо, следующее. Наклоны на 4 счета. Делаем мягкий, плавный наклон вниз. 2, в другую сторону. Делаем наклон настолько, насколько можете наклониться, без перетяжки. 3. Дорабатываем рукой. 4. Раз. Два. Три. Четыре. Хорошенько вытягиваемся, плавно, аккуратно. Можно с небольшой фиксацией. Три. Четыре. Еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. Хорошо. Следующий наклон вперед-назад. Так. Делаем наклон назад. Наклон вперед. При наклоне назад спину стараемся держать прямо, только небольшой прогиб в поясничном отделе. Но голова у нас четко прямо. Все время, когда вперед-назад, голова четко идет прямо. Делаем наклон назад, делаем вдох. Прогиб вперед параллельно полу. Выдох. Два. Три. Четыре.
Еще делаем. Назад. Вдох. Могу. Выдох. Два. Три. Отлично. И мы плавно перешли к ногам. Первое начинаем круговое вращение наружу. Делаем по 10 раз в обратную сторону. Другая нога. Обратно. Хорошо. Следующее круговое вращение от себя. По кругу делаем мягко, легко. Тоже порядка 10 раз. И обратно. Хорошо. Также можно держаться, например, для лучшей устойчивости. Другая сторона. И обратно. Хорошо. Следующее круговое вращение коленя вовнутрь. Спина прямая все время. Макушечка тянем кверху. И в обратную сторону. Хорошо. Следующее сделаем приседания. Но сделаем глубокие приседания, чтобы включить работу спину, не спины. Опускаемся. Делаем вдох. Поднимаемся. Выдох. Вдох через нос. Подъем. Выдох через рот. Спина прямая. Стопы не отрываем от земли, носки и пятки. Все, полностью прижимаемся к полу. Ну и дозируем частоту, высоту опускания самостоятельно, но стремитесь, чтобы это был полный присед. Выполняем от 10 до 30 раз. Начали. Хорошо. Следующее упражнение. Натягиваем ладонь к себе. Рука полностью прямая в локте. И делаем круговое вращение пяткой по окружности. Делаем 10-20 раз. Хорошо. Опускаем запястье вниз, тянем вниз. И пяткой делаем вращение уже в другую сторону. Самое главное — не сгибать руку в локтевом суставе.
Хорошо, меняем ноги. Главное, когда тянем пальцы, большой палец тоже натягиваем на себя. Есть, запястье. Хорошо. Следующее. Стопы, носок тянем от себя к себе вниз. Вверх. Три. Четыре. Пять. Шесть. В стороны. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Круговое вращение в одну сторону. Мягко, легко, но амплитудно. И в другую. И сейчас с тобой делаем кулак-ладонь. То есть максимально стараемся сжать и максимально стараемся разжать. Только делаем это стоповое. Раз, сжатие. Разжатие. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Стряхнуть, расслабить. И тоже выполняем другой ногой. От себя натяжка к себе. Два. Три. Хорошенько тянем. Четыре. Делаем вытяжку. Пять. Часики в сторону. И круговое вращение в одну сторону и в другую. И сжатие максимальное и разжатие. Сжатие, разжатие. Еще пару раз. Хорошо. Встряхнули, расслабили ноги. На этом гимнастика закончена. Спасибо, кто был с нами. Тренируйтесь с каналом Клуб Вичун и будьте здоровы. Татьяна!